Очень приятно получить такой приятный приз от Александра Чепорухина, который объездил весь мир и этническую музыку на весь мир прославляет. Также хочу пометить, что члены жюри сегодняшнего и организаторы «Саянское кольцо» очень плодотворно работают. Всех их поздравляем, а также вас за то, что вы здесь, за то, что вы с нами. Всем спасибо, праздником! Урмат, мы вас поздравляем и по традиции желаем вам удачного выступления. Встречайте, Алтай-Кай! Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.